подходит, это нейтральный запах, смотрите, просто они все с прекрасным ухаживающим эффектом. Вот это, и можем вам просто... О, вот этот. Так, мы сюда что-то добавляем, маслице или плюс одно? Он отличный крем, на самом деле. Я им пользуюсь, как им, как ухаживающим тоже можно, на тело можно пользоваться и так далее. Потихонечку разносите себе, и я вам просто покажу, как умываться. Сначала сейчас мы с вами умывание выучим. И может на запись. Так наношу. Да, просто нанесите себе, как вам удобно. И мы дальше уже массажем. Я не привыкла к этому зеркалу, никак я там раздумываюсь. Оно специальное зеркало вам, чтобы все было очень-очень хорошо видно. Я знаю, что там видны все недостатки. Но я специально такие брала, чтобы... А, все, вот... оно с подсветкой, теперь я себя вижу. А так оно плыло. Там надо близко. Вот, там да, все, там да. Это увеличивающее, но оно увеличивает, вы видите, насколько? Да, там просто, чудесно. Просто видно все. И зато, если вы там в зеркале хотя бы более-менее, значит, в жизни идеально. Слушайте, а мои морщинки разгладились немножко, я теперь вижу. Какое хорошее зеркало. Ну, оно отлично. Просто поближе все ставьте. Ставьте так, чтобы вам было удобно. Как здорово. А я думаю, так все плывет, а это надо было сфокусировать. У меня, конечно, есть еще другие зеркала. Я хорошо намазала, или надо еще побольше? Хорошо, только смотрите, вот здесь тоже. Берем клетку. Можно я не буду мазаться? Смотрите, берете вот от середины грудины и вот таким образом, достаточно плотным, плоским движением, проводите так, раз, и по плечику круговое движение, можете прокрутиться. Вам вообще очень-очень важно вот здесь вот это все растягивать, потому что, смотрите, тоже перенапряженные мышцы, вот эта зона, да? Вперед, вот это, да, где косточка. Вот это можете, да, каждый день под косточкой. Под косточкой. Подключиться. И прям вот таким плоским движением идете и плечо прокручиваете. Смотрите, не торопитесь, делайте медленно. Чем медленнее делаете, тем лучше эффект, тем лучше сцепка. Прокрутились, холостой ход. Холостой, назад холостой. Да, опять. И прокручивайтесь. И вам важно, смотрите, вы на мышце. Вы прям даете задание, вы на мышце, вы растягиваете, расслабляете мышцу. Потому что она скручивает сюда. Вот эта мышца, она перенапрягается, и сюда плечо закручивает. А нам плечи надо раскрыть. И для этого мы вот такое движение делаем раз. Ну, с одной стороны, и считайте примерно, сколько количество раз мы сделали так. Так. Шею наносим, наклоняйте шею вот так. Щитовидка как у вас? Не знаю. Значит, все хорошо. Но смотрите, вот так вот можете шею прокрутить наверх, чтобы вы больше лоскут кожи захватили. И вот таким тоже плоским движением по грудино ключично-сосцевидной поднимаетесь наверх до сосцевидного отростка. Да, вот здесь, ну, вот это сосцевидный отросток. И ее назад. И сюда, сюда можете легким ходом вернуться, потому что это лимфодренажи мы уже сразу. Здесь по мышце, вот когда мы вот так идем плотно, это мы растягиваем мышцу и удлиняем. Ничего себе, без... Вот вы ее растягиваете и заодно прорабатываете платизму. Платизма сюда тоже в Все, я поняла. Да, вот растянули. А это уже легко. Да, здесь уже легко вернулись. И вот сюда в уголок, если вы вернетесь, мы улучшаем лимфодренаж. У меня прям напряжена эта мышца, я ее чувствую. У вас напряжена. Вот здесь вот прям такая сила, отдача. Тяжело делать даже. И причем, вы знаете, как вы должны? Вы прям делаете еще медленнее. Прям вот медленнее. скользит медленно. Но у вас очень хорошая кожа, у вас плотная кожа. И она не тянется, потому что некоторые девочки даже так делать не могут. У них... Прямо они берут, ну вот я сейчас без крема, я не знаю, вот тоже, наверное, видно. Вот смотрите, у них прям с любым кремом, с любым маслом, я даже не могу руку вести, потому что у них все сразу, ну, вот так вот. Скоп, сборка получается. Да, а у вас отличная кожа, плотная, все вообще. Так что вот это вообще каждый день можете делать. Вот то, что мы сейчас делаем. Да. А потом, смотрите, вот здесь, верхние пучки трапеции берете и назад их тоже вот таким образом отодвигаете. Вот так. Вот он, верхний пучок трапеции. Зеркало. Вот здесь. Вот, смотрите, так, давайте, это что я делаю? Давайте вообще? Я вам себе покажу. Да, вам покажу движение. Вот таким вот, достаточно плотным движением. Поняла. Их отодвигаете. Смотрите, вот он верхний пучок трапеции видный. Они перенапрягаются, и вот здесь вот прям так горько получается иногда. Да. Надо обратно. Вот сюда обратно. То есть я сейчас вам покажу плотное движение. Смотрите, вот.
Вот, вы идете своей рукой достаточно медленно и плотно, прям плоско. Угу. Вот, прокрутились. Ага. Раз. Так, легко вернулись расслабляющим. И опять. Прям, чтобы мышцы вытягиваете, сюда тоже можете шейку угу. так наклонить. И вот, вот такое движение. Приятно так. Ну, может, навернуться. Можно, mm-hmm. можно просто вот так раз и mm-hmm. сюда тоже в широким так, движении. Так, вот эту руку я эту часть делаю, а эту руку, соответственно, да. потому что так будет неудобно. Да, mm-hmm. разноименными. И вот здесь я то, делаю с натягом, получается, а уже вниз так. Когда мы торопимся, мы можем вот так что-нибудь mm-hmm. сделать. Mm-hmm. Но здесь какая проблема в том, что когда вы делаете одноименной рукой, вы напрягаете трапециевидную. Ага. А как, ну, как, а как мне массировать, если я да, не прилегла? Мы не работаем с напряженными. Иногда, когда мы торопимся, да, мы можем вот так вот там. Ну, угу. Не, хотя вот здесь все равно не получится. Все равно это будет расслабленный. Ну, это не такая напряженная, хотя бы как шея. Вот с этой легче работать. А шея тяжело, угу. она сопротивляется, она дает отдачу. Да, у вас да? И вот эти депрессоры у вас тоже начинаешь делать, и они прям сразу вот, да, да, как вы сказали, отдачу дают. Вот. Вот это нет, вот это легче. А шею прям тяжело, она так рикошетит. Ну, какое-то сопротивление. Вы когда делаете, обязательно думай вот эти эмоции. Мы же работаем с психосоматикой ага. сейчас. Лицо — это эмоции. То есть, если вам что-то отзывается, какие-то картинки бегут, вы прям их не думаете, но смотрите и отпускаете. Еще очень хорошо делать со свечкой. Ага. Не, у меня вообще ничего не бежит, у меня просто шея в постоянном напряжении. Я кормлю, и я умею вот так вот. Да. И у меня очень много работы было за компьютером. Я, соответственно, у меня шея, угу. она у меня почти постоянно вот находится вот в таком положении. Я ее, конечно, пытаюсь разминать, но она у меня очень плохо расслабляется. Угу. Мысли у меня вообще нет, только я делаю массаж. Это тоже хорошо. Да, то есть вот так, смотрите, вот плотно. Ага. Вот, вот здесь вот чувствую, вот, вот эту часть. И прямо вот там, где больно, там вы только постепенно, не делите. Помедленнее, да? Да. Угу. И прям, сейчас я еще возьму. И чем медленнее вы работаете, тем угу. больше эффект. Угу. Только у меня пока слабые подушечки. Они так... Надо их тренировать на такой шее сопротивляющейся. Угу. Потому что вот эту ключицу, трапеция. Да. Трапецию легко делать, шею прям... Дальше, зашлите дальше. Okay. Смотрите, дальше вы берете и вот такая конструкция. Да я вам, да, это мы с вами умываемся. Это мы вымываемся? Да. Mm-hmm. То есть вы можете это во время умывания mm-hmm. делать, можете при нанесении крема, mm-hmm. при нанесении крема, при умывании mm-hmm. вот этот массаж. Mm-hmm. Вот так. Сделаю. Вот так. Вот, mm-hmm. вот это сюда. Да, mm-hmm. что? Mm-hmm. Причем до косточки. Mm-hmm. Прям плотно и прям плотно положите. Mm-hmm. Положите. Вот здесь крючочки. И мягким движением так не заходите. Да, во-первых, медленнее, во-вторых, смотрите, заходите сюда, начинаете еще поднимать. Вот так разверните, ну, вот, uh-huh. и вот, 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 чисто. Смотрите, мы не пересекаем вот эту зону над губой. До сюда. Да. То есть вот можно сначала подбородок сделать. Вообще uh-huh. наша задача вот так сделать. У вас хорошо щечка идет, поэтому не надо. Ну, в смысле, не. Не сминается. Недалеко. Нет, наоборот. Далеко. Вы можете далеко. Вы можете дойти до угла молодости сразу. А, до косточек. Да. Так хотя бы 4 раза. Да. Это легко. Это легко, и это вот каждый день прям делаете. Что мы делаем? Подтягиваем треугольник? Вообще, вот это все подтягиваем, и расслабляется вот здесь депрессия. Угу. И также это продолжается работа с платизмой. Платизма еще здесь тоже она. То есть здесь очень много мышц. Депрессоры, которые затягивают. Мы это делаем с усилием? Вы можете смотреть на свою реакцию. Угу. То есть если у вас, вот вы, например, делаете, и у вас сопротивляются угу. мышцы, не делайте с усилием. Угу. Потому что нервная система сопротивляется. Угу. А делайте полегче, приучайте ее сначала. Угу. Прямо таким легким-легким движением. А потом, если у вас чем меньше сопротивления, тем плотнее вы можете делать. То есть я вообще люблю вот прям по косточке. Угу. Мне это приятно, мне это хорошо. То есть на глубину вы сами себе регулируете всегда. Угу. Так, это мы все умываемся. В 4 раза достаточно. Угу. Угу. Следующее, берете кулачки и вот эти, вот костяшки, угу. вот эти большие, и прям большими костяшками. Вот по вот этой уже линии сейчас к жевательным берете. Вот так. Вот так разворачиваю. Ой, подождите, так.
Вот. Вот так, так, кулачки. Вот так. Вот эти костяшками. Это вы по крему, опять же, по этому. Вы еще малярный жир не трогаете. Никогда не берете вот эти щечки. Вот эти яблочки. Вот это. Да, вот под ними, вот под скуловой косточкой, вот так вот ведете. Вот это у нас вещь. Яблочки. Мы, да, яблочки, мы не трагиваемся вообще, мы их бережем. Все, яблочки. Чтобы не спустить вниз. Да. Ну, воду не спустить. Чтобы все, пусть они стоят с водой, с чем угодно, главное, вот стоят. Ага. Почти. Ну, я хочу рассказывать немножко. Ага. Вот смотрите, вот отсюда. А, все, я поняла. Овальчик. Да. Получается. Вот, вот от носика, да. И вот, ну, как скуловая косточка у вас идет. Дальше глазки вы делаете. Ну, глазки так можно просто вот крючочками. Смотрите, глазки, внутренние очки по орбите глаза. Так, можно крючочком, допустим, сюда. И пальчиком. А здесь можно так. Ну, можно так, как вам удобнее. Ну, давайте вот так. Не хочу крючочком. Так. Пальчиком. Вы это кожу не смещаете. Не вот, мягко-мягко по орбите глаза мы убираем отечность. Тоже 4 раза, все по 4 раза делаете, и все. И смотрите, чтобы у вас сминаете кожу. Сминаете. Она должна полностью скользить. Okay. Если вы не можете без сминания, то есть если она не идет без сминания, то есть она там просто тоньше, она там просто чуть подотекшая, это поэтому тянется. И то вы делаете вот такое движение. Смотрите, не делайте тогда по низу, снизу не сминается. Ну, как бы выжимку. Два пальчика. Да, и вот вы подкожно вот эту вот всю жидкость тащите к носу. К носу. То есть вы смотрите. Раз. 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 То есть как бы вот сюда. Все, я поняла, друг за дружком, как шашки. Да, и вы как шашки, вы понимаете, вы все время себе даете отчет, что вы сюда, 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 сюда гоните. Все. Ну и все, вы сюда пришли. Сюда, так, сюда. И все, и от лимфодренажили. Все, от глазок медленно. Сюда сползаем. Сюда. И здесь можно, опять же, если скользит, то так. Если не скользит, опять же, выжимающими такими движениями. Проверимся, скользит или нет. Да, отвели и вот сюда в уголочек отвели. В уголочек? Угу. Вот, ну, ключица сюда. Так, раз. Раз, сюда, где ключица, и подмышечные узлы. То есть, заканчиваем мы с вами лимфодренажом. Малярный жир не трогаем. Смотрите, у нас... Надо было пометить. Смотрите, у нас венозный отток и вообще все вены вот здесь по лицу идут. Вот так, под надносом, сюда, сюда, отходит сюда. И мы по нему же и лимфодренажимся. То есть сначала мы с вами сделали мышечное расслабление, мышечное. Да, потом вот это мышечное костяшками, мышечное, ну, можно, опять же, можете пальчиками, можете, главное, что вектор, вот, по орбите глаза, можете вообще вот такую выжимку делать. Так, это я запомнила, прям выжимку. Все, пришли сюда, мы уже лимфу сюда пригнали. Захватили. И все, и лимфу отводим. Мы заканчиваем с вами. Медленным, скользящим движением. Вы понимаете, лимфа течет очень медленно. Чем поверхностнее вы делаете, тем лучше эффект. То есть все, сейчас не мышечное. Сейчас у нас лимфочку мы ведем, 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 ведем. Сюда привели и по низу отвели, чтобы у нас вот здесь ничего не заставилось. Дальше лимфа уходит отсюда, сюда, вот к уголку, где ключица. И можно двумя руками его тоже подмышки отвести. То есть подмышечным лимфоузлом. Все, мы с вами закончили. Лоб костяшками маленькими. Просто растерли вот так и все. В конце. Вот так. Да, это мышечное. Ну, просто в конце за. А что я делаю сейчас? Вот. Это вы умывались. Умывались. Вы записали? Нет, еще. Я тоже. Записывайте себе. Умывание. Умывание. Этот массаж, который мы сейчас выучили, мы можем делать каждый день при.
умывании, либо при нанесении крема. Как вам удобно. А можете и при умывании, и при нанесении крема, он абсолютно не... Сначала мышечное поглаживание грудной клетки от середины грудины к плечу. По мышцам, прям, и причем прям плотно идете сюда, и прям к плечу переходите, плечо прокрутили, размяли, и назад холостой ход. Угу. Поглаживание грудинно-ключично-сосцевидной и платизмом. Можно развернуть, можно натянуть вот таким, то есть наклоняем голову в бок, уху к плечу. И поднимаем нос наверх. То есть вот такое вот состояние, чтобы лоскут кожи больше захватить. И проглаживаем по грудино-ключично-сосцевидной до сосцевидного отростка, то есть за ухом здесь. И обратно мягко спускаемся к уголку, к внутреннему уголку шеи ключицы. Грудино-ключично-сосцевидная ключица, чтобы отлимфодренажиться. Все по 4 раза. Дальше мы с вами идем, делаем вот такого как козябрика, как это сказать? Подбородок мы. Да, прям плотно, чтобы из подбородка убирать всю застоявшуюся межклеточную жидкость. И здесь, и прижимаем плотно к линии нижней челюсти, и прям по косточке идем к углу молодости. 4 раза. Дальше костяшками. Ну, можно большими, можно маленькими, как вам удобно. Самое главное, что вы идете под яблочко. Под яблочком, да, под большой скуловой. Ой, под большой скуловой. Под скуловой мышцей. Какой мышцы? С костью. Все, я под скуловой костью. То есть вот и вот так вот идете, да, как косточка вот она идет. Вот вы под ней идете. Мы убираем и напряжение, и заодно тоже это лимфодренаж. Глаза. Ну, глаза как вам удобно. Овальчик. По орбите глаза, сверху от внутреннего уголка к внешнему. Лимфодренажным движением, любым каким, очень легким. Либо выжимающим, либо крючочками, если вам хочется, либо подушечками пальцев, либо, ну, либо выжимка вот эта. Смотрите, как вам удобнее, как вам потом пойдет. Все, пришли от внешнего уголка к внутреннему и уходим на лимфодренаж. Можете 4 раза сделать. Ушли, делаете треугольничек. Да, треугольник вокруг носа. Максимально замедляетесь. Максимально. Да. Максимально прям вот настолько, насколько вообще вот прям и накожно, очень плоско, не уходя внутрь, идете вот таким движением. Прям ползете, ползете, ползете. Вдоль носа. Я записываю, да? Да, вдоль носа. Дошли до. Вот скуловой кости, скуловой кости, и вот здесь вот таким образом уходите вбок до сосцевидного отростка за ухом, и за сосцевидным отростком прямо вот с задней поверхности шеи уходите тоже плотным таким плоским движением к уголку. Вот здесь грудина ключично сосцевидная и ключица. Никак не надо.